всем доброе-доброе утро. Туманное, доброе, хорошее утро. Всем привет. Мы сегодня отправляемся с Аленой и с Денькой. Отправляемся на экскурсию в Косино, на термальные источники. Дай бог, чтобы батареи хватило. И смотрите, как там. Я там никогда не была. Первый раз еду. Вот, и... посмотрим, как там. А вы с нами, как всегда? Да, Лена? Угу. Все, да. Поехали. Поехали. Смотрите, какой туман сегодня. Мы ждем автобус. Стоим, ждем автобус. Мы находимся сейчас на перевале. И тут же вот у нас остановочка на завтрак была. Вот тут даже такое вот название. Я люблю перевал. И сейчас я вам немножко покажу кафешку, в которой мы кушали. Сейчас. Вот, смотрите, как здесь красиво. Уже горы такие. Вот Денька фотографируется как раз. Вот видите, я люблю перевал. И здесь же с одноименным названием вот такая кафешечка, очень хорошая, перевал. У нас здесь было всего 25 минут остановки на позавтракать. Ну, в принципе, нам хватило, здесь уже все готово. Очень вкусная еда, прям как домашняя. Вот мы позавтракали и сейчас будем выезжать дальше в путь. Вот, смотрите, горы какие. Снимать по дороге виды были очень красивые, но некак снимать из-за тумана. Сегодня очень большой туман. Вот все фотографируются. Вон, видите, прям видно, вот как в горах вот туман. Вот, вот такая кафешка. Мы приехали, по дорожке заехали на дегустацию вин. Вот тут такой огромный. Так, ну, люди, я всем кажу, добрый день. Акліматизируйтесь, ви нас дома, комітачуєш. Хто має бажання, беріть по два стаканчика і будете пробувати вино. Не соромтеся, все буде добре. Навіть кого настрою нема, кому пороблено, все прийде. Так. Сейчас будут нас поить тут винами, будем пробовать. Вы видите, какой огромный выбор вин тут всевозможные. Красные, белые. Сейчас попробуем. Вот такая бочка тут, видать, для виноделия. Ну, это не... А может, да, для виноделия. Это же, видите, вот какая бочечка. Вот тут винцо стоит. Ой, короче, мы напробовались вина. Напробовались кошмарно. Я прикупила, ой, господи, 4 вида вина. Вино очень классное, просто шикарное. Все, будем выдвигаться дальше. Природа, конечно, шикарная. Мужчина
Я потом в конце прикреплю. Он даже выставляет, высылает новой почтой это все дело. Сами все делают, свои виноградники, паи у них он рассказывает. Вот такая природа шикарнючая. Вина просто обалденные. Наверху, вот там вот на большом холме, не видно вам из-за деревьев. Вот, видно. Замок Паланок. Какой красивенный замок. Ну, еще когда-то, возможно, мы приехали в Косино. Термальные источники. Вот это как красота делают. И аквапарк. Фонтанчик, да. Ну, фонтан, наверное, потом сниму. Сейчас нас ведут на... Чекиница нас ведут. Браслетики нам уже выдали. Вот такие. Маски идем. Есть. У нас есть маски. Идем на вход. Вот тут видишь, какой вход. Ага. Если просто приехать стоять. Ну, вот. Мы зашли внутрь. А? Что мы дали родом? Не знаю, сейчас стоїмо. Сейчас тут нам будуть, мабуть, час від цей. Готель є. Готель. Є барчик. Та ресепшн. Зашли мы внутрь. Здесь вот такие шкафчики у всех под номерами для переодевания. Нам вот выдали браслет. Сейчас скажу. 11:39. Вот там вот переодевалочки есть. В общем, мы сейчас переодеваемся и выходим на территорию. Есть вот кругом фены. Можно потом высушить голову. Вот, сейчас мы переодеваем прямо из раздевалок. Вот из раздевалок выходим, сразу вот такой зал. И тут вот сразу термальники. Вот написано бювет. Термальна мінеральна вода из свердловини номер 16 Косинського родовища. Вот, температура воды 44-45 градусов. Вот, там дальше вот есть королевские сауны. Давай выйдем просто на улицу. Посмотрим, хоть что тут такое есть. Есть прокат полотенец и всего остального. Халатов. Вода, температура 40-45 градусов тут. Вот такой термальный. Тебе точная вода. Давайте я фоткаю. Надо будет телефон относить. Вот тебе очень неудобно. Да. Ей, остановись. Давай. Такая территория вот красивая. Блин, а я тапочки забыла в автобусе. Ну что ты будешь делать? Вот смотрите, такие вон струи прям льют. Люди стоят, спины свои подставляют. И тут вот тоже такие фонтанчики. Вон золотой, дальше золотой кран здоровья. Так это ж термальники тоже. Тут, да, тут их столько всяких разных. Тут их столько всяких разных. А, вот этот, Алена, который у тебя с температурой разная, Ален. Так, ну, пойдем, сейчас мы тут попробуем поплавать. Жабка плавает. Горячая, как ванная вода. Деня, класс? Да. Можно поставить на этом самом камеру и... Да нет, что впадет, мама, у воду, то будут кранты. Есть вот такие тут. Это японские ванны называются. Какие-то... 17 шагов называются. Тут чередуется вода горячая и холодная. Это для закаливания хорошо, для иммунитета. Что, Алена? Не? Ты попробуй. Да? Сейчас попробую. Да? Все, пошли.
Ну, вот сейчас пойдем. Так, все, ложу камеру тут. Вот такой бассейник. Ну, тут глубина маленькая, что-то тут только все чилят. Сидят, лежат. Написано, воды 36 градусов. Здесь, вот смотрите, зона отдыха, вот такая, полотенечко, лежачки, можно отдыхать. Вот, Деня у нас уже, он пошел на рукавниках. Чашка эта знаменитая, возле которой все фотографируются. А, так там вот, где чашка, смотри, мелкий какой бассейн, тоже все лежат. А, это вот их, смотри, вон там, вон такой, бутылка, это тут вот 4 таких зоны джакузи. И вот золотой кран здоровья. А, там тоже внутри есть. Вот, ну сейчас пойдем дальше куда-то купаться. Вторая чашка. Это все джакузи. Мы уже тут немножко полежали. Вот вода бурлит. Народ от... Вот видите, большой этот золотой кран, вот воду пустили. Она, оказывается, не постоянно бежит. И вот как только воду начинают пускать, вот все люди там постановились и массажируют себе спины. Там, наверное, сильная, конечно, струя. Вот, это вот только включили. Перед этим он не работал. Ага, не все эти бассейны, маленькие вот с джакузи, сделаны разным цветом. Тот коричневый, этот красный вот. С бутылкой. А, это ж типа тут вино, видишь, поэтому красное бежит. Есть вот такой бассейн, еще обычный бассейн с пресной водой. Сюда подходишь, сразу такой запах хлорки. Ну, это если надо остыть. Вот там барчик или ресторанчик что-то есть тоже. Потому что, конечно, здесь воды такие горяченькие, на улице тепло. Вот, а мы направляемся... А мы направляемся в аквапарк, где они нас тянет в аквапарк. Такие беседочки. Вот аквапарк. Кажется, мы зайти сюда не можем, потому что аквапарк за дополнительную плату. Платишь 200 гривен и тогда заходишь. Мы думали, что это все вместе. А это только, оказывается, термальники стоят 450 гривен на 3 часа. В общем, 150 гривен в час стоят термальники. Аквапарк за дополнительную цену. Мы пришли на детский термальный бассейн маленький, вот такой вот. Ну, Денька тут вот как раз с мальчиком, с которым мы ехали, то им весело, им хорошо. Там вот дальше есть еще детский бассейн, я так понимаю, с пресной, ну, вот с обычной водой. Вот. В аквапарк мы не попали. Хотели мы докупить час времени для аквапарка, но сказали, что если вы едете группой, то нельзя. Потому что вот если группой приезжаешь, то получается у нас экскурсия только термальные воды. И все. Поэтому мы не смогли даже докупить аквапарк. Так что, если будете покупать экскурсии, уточняйте. Оказывается, аквапарк – это другая республика, и она не входит в стоимость, аквапарк не входит в стоимость этой экскурсии. Вот стоят вот такие души, где можно покупаться, ополоснуться после термальной водички. Вот сделана зона детская вот с такими скульптурами, вот прикольными Маша и Медведь. Вот. Неплохо тут вот. Неплохо, неплохо. Вот такой вот детский бассейн, обычный бассейн. Вот, там вот зона барчика. Сейчас пойдем посмотрим, тоже что-то перекусим. Кошелек здесь как бы брать с собой не нужно. Здесь все на браслет. Пропикиваешь и бар, и аренда полотенец. Всего аренда полотенца 60 гривен. Вот. И потом только, когда уже выходишь, рассчитываешься. Аквабар вот такой. Бассейн, в который вот мы первые попали, вот сразу с входа, называется смарагдовый бассейн. Вот, смотрите, вот такой вот он, да? И
снимать не буду. Там снимать, там люди вот попадают. Значит, вода, температура 38 градусов. Смарагдовый, да? 38, а что это плюс 1? А, плюс-минус 1 градус. 38 градусов. Здесь в этом, конечно, в этой воде тут вся таблица Менделеева. Вот видите, сколько всего здесь есть. И, значит, глубина бассейна 120 сантиметров. И термальная вода поступает в бассейн из глубины вон 1190 метров. Значит, такая водичка, которая находится в этом бассейне, вот тут еще написано, в 1988 году открыли эту воду. И еще есть в двух местах всего встречается, вот смотрите, склад и уникальный, и встречается лишь в трех местах земной кули. В Новой Зеландии, на Камчатке и у нас в Косино. Вот эта вот водичка такая вот, видите, очень целебная. Значит, для чего она предназначена? Читаем. Вот, показания. Опорно-двигательные аппараты, периферичные судыны, сердечно-сосудистые заболевания, билиарная система и нервная система. Нервы лечат. Травмы нервовых кинтивок. В общем, ну, вот такое вот. Вот, кому интересно, читайте, останавливайте, ставьте. Вот это вся, вот все, что тут находится. Железо, калий, фтор, селен, медь, цинк, стронций, хлор, ванадий и натрий. Вот, это все, что в этой воде. Мы уже вышли с термальников. И вот подошли только поснимать, какой красивый фонтан. Он раз и перестал. О, опять струи забили. Вот какой красивый фонтан. Мы остановились. Остановка техническая. Вот тут возле кафешки сниму вам немножко. Вон, смотрите, какие горы. Их, конечно, здесь не видно. Но они выходят туда высоко-высоко. Вот, очень красивая природа. Просто обалденная, шикарная. Лаванда? Похоже, знаете, семена. Угу. Лаванда.